Снизить уровень бедности в Чувашии в 2 раза к 2024 году. Такова задача индивидуальной программы развития нашего региона. Ее доработанный проект рассмотрели на совещании у министра промышленности и торговли страны Дениса Мантурова. Сегодня о деталях рассказал министр экономического развития республики Павел Иванов. Из основных пунктов программы – создание индустриальных и агропромышленных парков, поддержка приоритетных инвестиционных проектов, переселение граждан из аварийного жилья, строительство лечебного корпуса, республиканской клинической больницы и дороги в обход Ядрина. На это из федерального бюджета республика получит 10 миллиардов рублей. Ожидаемый в 2024 году эффект от реализации программы предусматривает создание до 15,5 тысяч рабочих мест, увеличение инвестиций в основной капитал на душу населения, повышение среднедушевых доходов населения и улучшение показателей уровня бедности и уровня безработицы. По согласованию проекта программы мы вышли на финишную прямую, подчеркнул глава Чувашии.